Мы проводим обучение службы сопровождения образовательных организаций, также это детские сады, воспитатели. То есть мы занимаемся комплексной психолого-педагогической помощью и поддержкой. Плюс у нас есть коррекционные занятия, это логопеды, дефектологи. Центр психолого-медицинской и социальной помощи открылся в Калининском районе Челябинска. Здесь ждут не только детей и подростков, но и их родителей и даже преподавателей. Это площадь. 750 квадратных метров, и вы увидели, что практически на каждом метре она стала полезной. Видели то, что здесь было, то есть это был разрушенный цоколь, который мы привели вот действительно в нормальное состояние. Нам удалось сделать это за 10 миллионов рублей, и 13 миллионов рублей мы направили на оснащение этого центра. Среди многочисленных комнат, где проводят различные виды диагностики и оказывают необходимую помощь, есть совсем необычные, например, киностудия. А также может служить для развития мышления, фантазии, развития в том числе словесно-логического мышления, построения, истории логической, развития коммуникативных навыков. И если работает команда, можно развивать навыки работы в команде. Этот метод относится к арт-терапии. Он комплексный, современный. Его главный плюс в том, что он позволяет представить продукт. Определенный. То есть это не только диагностический продукт для психолога, например, как ребенок строит историю, как он ведет себя во время работы над мультфильмом, но также это повышение самооценки для детей, что я молодец, я мультик создал. Со своим проектом дети могут участвовать в различных региональных и всероссийских конкурсах или демонстрировать дело рук своих в соцсетях, так же, как и те, кто занимается в аквакомнате. Это за счет этих действий. Да, да, да. Потому что стоит. Действия все неспешные, да, да. Такие неторопливые. Угу. И проявляется фантазия тут. Пожалуйста, можно и агрессию снять, потому что цвета разные. Можно, вот, хочется черный, да, пожалуйста, но, черный. Конечно. И либо наоборот зеленый, желтый, который успокоит. На помощь детям с ДЦП, когнитивными нарушениями и задержкой речевого развития придет комната с сенсорной интеграцией. Здесь представлен у нас сухой бассейн, сухой душ для детей, также различные бизи-борды, бизи-кубы и так далее, тактильные дорожки. Еще одно важное направление – центр психологической помощи. В нем работают 4 оператора, которые круглосуточно общаются с теми, кому требуется поддержка. В планах открыть такие центры в каждом районе города. Марина Терентьева, Андрей Дьячков, Урал-1.